В актовом зале Измаильского областного центра эстетического воспитания прошло праздничное театрализованное представление, посвященное Дню Святого Николая. Среди участников – танцевальные и театральные коллективы города, вокалисты, музыканты. Зал украсили лучшими работами более 50 воспитанников детской художественной школы. Тематика произведений молодых авторов тоже предновогодняя. Идет «Волшебница зима». Гостей праздника приветствовали директор областного центра эстетического воспитания Ирина Федорова, ее заместитель Эмилия Евдокимова и директор детской художественной школы Евгения Иванова. Это всегда яркое мероприятие. Более того, в нем принимают участие первое. Это художники всего региона, юные художники, лучшие из них. Помимо художников, фестивальное движение мы уже называем сегодня арт-проект «Новогодняя ферия». Почему? Потому что лучшие вокальные коллективы, хореографические, лучшие театралы представляют себя, свое творчество здесь. Более того, своими премьерными показами. Поэтому мы надеемся, что и этот год будет таким же успешным. И эта «Новогодняя ферия» состоится так же ярко. И, собственно, мы ждем и будущего. Открыли фестиваль театрализованным представлением «Святый Миколай зі святом вітай», которое подготовили воспитанники детского образцового театра у Лукоморья Измаильской детской школы искусств имени Малаховского. Святой Николай и Снегурочка подготовили для детей всевозможные веселые конкурсы. Самые активные ребята, выступившие с новогодними стихами и песнями, получили подарки. Праздничный концерт продолжился яркими выступлениями гостей фестиваля. Дарины Мищенко, Ксении Дорошенко, Олеси Кичук и танцевальных коллективов. Dream Dance, Радуга, Ритм и вокального ансамбля «Мелодии Дуная». Фестиваль «Новогодняя феерия» в Измаиле уже давно стал хорошей и доброй традицией. С каждым годом все больше юных дарований принимают в нем участие, создавая прекрасное новогоднее настроение и себе, и зрителям. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ.